Ярославские активисты вступились за нашу чайку. В городе прошла акция в поддержку женщины столетия. Поводом послужил демарш украинских неонацистов, которые решили переименовать 32 улицы, носившие имя Валентины Терешковой, поскольку она поддержала присоединение Крыма к России. Ярославцы выступили со своей инициативой 320 новых улиц российских городов назвать именем нашей землячки. 12 апреля на территории Украины некий губернатор по фамилии Москаль. По его инициативе было переименовано 32 улицы, которые в советское время были названы в честь нашей героини, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Какой-то чиновник от лица всего украинского народа пытается показать и нивелировать, унизить тот поступок первой женщины-космонавта, на мой взгляд, это неправильно. Активисты молодой гвардии подготовили обращение ко всем главам регионов страны с просьбой называть новые улицы и социальные объекты именем Валентины Терешковой. Подписаться под обращение может любой желающий. В среду первая акция прошла на Кирова. В течение недели такие же пикеты будут организованы в других районах Ярославля и области. Организаторы рассчитывают собрать несколько тысяч подписей. Большинство людей считает Валентину Терешкову первой женщиной-космонавтом. Конечно же, это же наш земляк, депутат Госдумы она у нас, герой Советского Союза. Вообще, в принципе, очень хороший человек. И, думаю, большинство коренных жителей Ярославля положительно реагирует на нашу акцию.